мама жирафа всегда защитит своего малыша от львов. Львицы боятся нападать на взрослого жирафа, который сильным ударом копыта может запросто проломить львиную голову. Но пьянящий запах недавно рожденных малышей сводит львов с ума. Поэтому они с риском для жизни пытаются отбить жирафика у мамочки. И тогда самка жирафа занимает оборону и отбивается от львиц изо всех сил, раздавая мощные удары копытами налево-направо и очень часто спасает своего малыша. Но иногда спасти не удается.